Если инициатива переиздания исходит от издательства, автору или всем членам коллектива, если проект коллективный, направляется письмо с предложением подготовить переиздание. Письмо приходит от группы договорной работы. Обратите внимание, что письмо является автоматическим и поэтому, к сожалению, иногда может попадать в спам. Это зависит от настроек почты получателя. Если вы получили такое письмо, просьба ответить на него и указать примерные сроки работы. К письму прилагаются рекомендации издательства, а также выгрузка из верстки. Это текстовой файл в редактируемом формате, который конвертирован из макета вашего учебника или пособия. При трансформации из формата PDF в формат Word часто происходит нарушение форматирования и другие сбои. Просим не обращать внимания на это и вносить правку именно в этот файл. Правку необходимо размечать цветом. Новый текст зеленым фоном, удаляемый красным. Это в дальнейшем упростит работу редактора и верстальщика, позволит определить точный объем работ, связанных с производством переиздания. В случае, если инициатива переиздания исходит от автора, просьба обращаться с таким предложением на почту expert@urite.ru. В предложении просим обосновать необходимость переиздания, что и почему надо обновить, предполагаемый объем изменений в авторских листах и сроки работ. Один авторский лист равен 40 тысячам знаков, включая пробел. Ваше предложение будет рассмотрено на редакционной коллегии, и в случае положительного решения вы получите для работы выгрузку из верстки.